Обладатели этого имени нередко забывают о себе и своих близких. Отзывчивые на людские беды, понимающие и щедрые, они находят настоящее счастье в служении другим и в реализации своих идеалов. Буква «Р» в имени символизирует решительность, высокую работоспособность, умение правильно анализировать ситуацию. Владельцы этого имени требовательны к себе и к другим. И значение буквы придает человеку, в имени которого присутствует эта буква, утонченность, романтичность, сентиментальность. Значение буквы «А» в этом имени символизирует обновление, ежедневное возрождение в самом широком смысле. Звук «Г» в этом имени предопределяет стремление к знаниям, практичность, умение правильно оценивать ситуацию и быстро реагировать на происходящее. Но также звук «Г» означает и обидчивость, ранимость и тонкую душевную организацию. Эти люди любят разнообразие в мелочах. Кроме того, звук «Е» придает обаяние и простоту. Иногда носители этого имени упрямы, заботливы и в то же время застенчивы. Они получают удовольствие, когда проявляют заботу об окружающих, хотя им часто самим недостает поддержки и заботы. Обладатели имени трудолюбивы и упорны, но в чувствах редко способны на нежность и внимание. Проявляют лидерские качества и не нацелены на достижение результата. Не обещайте человеку с гласной «и» в имени нереальных вещей. Не поверит, поскольку трезво смотрит на вещи. Если вы посчитаете этого человека малоинтересным для себя, все равно цените и не теряйте из числа друзей. Исцеление от душевных ран скорее находится рядом с этим человеком. Буква «Е» в этом имени символизирует потребность самовыражения. В обмене идеями, а также дипломатические способности, проницательности и некоторой болтливости. Зачастую обладатели этого имени делают акцент на доверии, верности, являются хорошими друзьями, отлично ладят с окружающими. Кроме того, владельцы этого имени стремятся к знаниям, а также делать все добросовестно. Если владелец этого имени неуважительно относится к природе, то он вредит самому себе и за все проделки будет наказан. Лучше быть заботливым. Им важно, как они выглядят в глазах окружающих, поэтому стараются добиться высоких результатов в выбранной деятельности. У человека повышена чувствительность к тому, что говорят о нем люди. Звук «Г» прямо направлен на экстрасенсорные способности. Звук «А» в имени человека внушает ему бодрость, придает силы для борьбы с трудностями. Интуитивная, чувствительная, творческая личность, искатель правды, не всегда соразмеряющий желания и возможности. Умение доводить дело до нужного завершения – первый принцип этого человека. Романтики по натуре, они длительное время не могут найти подходящего партнера, который обладал бы таким же бесхитростным характером. Владельцы такого имени застенчивы и с трудом сходятся с окружением. Они всегда стремятся действовать. Коммуникабельность и дружелюбие этих людей сочетается с импульсивностью и энергичностью. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.